предложение по расходам бюджета муниципального прокуратива и также отдельное приложение к исполнению по ведомственной структуре. Для ознакомления у нас время было, можно было посмотреть. Предлагается сегодня принять за основу проект решения об исполнении бюджета муниципального прокуратива. Дальше назначить публичное слушание по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Братеево об исполнении бюджета муниципального округа Братеево за 2022 год. В связи с необходимыми сроками предлагается на 2 июня 2023 года. 13 до 14 следующего нашего решения по этому бюджету нам необходимо утвердить состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Братеево. Предлагается состав рабочей группы. Руководителем рабочей группы Сергей Александр Викторович, депутат Совета депутатов муниципального округа Братеево, председатель бюджетной финансовой комиссии. Заместитель руководителя рабочей группы Коростеленко Елена Алексеевна, депутат Совета депутатов муниципального округа Братеево.